Это, как видно, процесс пошел. Сняли мы наш старый. Вот такой вот. Ну, немножко доржавел. Не знаю почему. Я думал, он еще оригинальный. Спереди, кстати, уже желтые стоят. А это сзади оригинальный. И сравниваем. Короче, сравнили мы. Примерно так она и есть. Сантиметров примерно 5 есть разница. Ну-ка, я специально как приготовил. Кстати, заметьте, у нас наша Майза заработала. Наш подъемничек, а? Сегодня был хороший человек. Друг мой. Хорошо делает, да? Посоветую любому, ссылочек не будет в описании. Он делает только для меня, короче, да? Ну-ка тут сейчас мы замерим. Блин, 4? 2 дюйма, 5 обещали. Это ты вырежешь, пидорасы, блядь. Ладно. Короче, может он просто не вытянутый, а? Нет, вытянутый. Короче, ну по-любому он бинчит. Получается 4-5. Плюс-минус, ерунда. Зато этот пират Штрауса, Омы Фарвер, да, у нас? Омы Ман, короче, от АРБ рекламируют его. Будем ставить его. Пружину еще не вытащили. Подъемничек работает. Теперь мы тут вообще как цари живем вообще. А, пружина. Где наша пружина? Ой, пружина. А где проставки? Внутри. Внутри? Угу. Вот так где-нибудь была, вот представь, сейчас был бы у нас подъемник, она висела бы там под потолком, как я туда залез бы? На все это заранее, это задние такие? Нет, это спереди. Это задние. Да? Спорим? Не-а. А теперь как она должна быть? Витки? Да, внизу, назад? Да. Угу. Или вверху? Не. Почему так решил? Потому что. Я бы сказал, эти много витков сверху. Блин, сейчас поставим и неправильно. Да, вот так надо. Не верю я тебе, очкарик. Сейчас проверим. Так, это подходит. Не, другую. Другую, точно другую, да? Угу. Ни хрена не другую, смотри. Тут выреза нету, она сюда не подходит. Она сюда не подходит, подходит только сюда. А почему тут выемка, что-то тоже сверху будет выемка? Видимо, да. Нет, это как на передней, не передней у нас. Тоже там. Угу. Как я к ним залезу? Как я к ним залезу? Как я к ним залезу? Опа. Чик-чик толстый, блядь, полез. А не материмся. Там-там-там-там. Короче, я не пойму, в чем прикол. Но тут раз все-таки новые покупали, они были все-таки правильные. Они были просто, они были жестче и толще. Эти, получается, по высоте тоже то же самое. Хотя 2 дюйма, 5 сантиметров. У него один виток больше, и они толще немножко. Будем надеяться, что это так оно и есть. Вот так вот. А куда мы эти деньги? В монстра запиздали. Давай. Монстр у нас будет стоять. По 2 штуки с каждой стороны. Так, блин, а? Не нравится мне это. Я представлялся. Раз сразу. Вот такая бандура. Вот хрен там. Стоят наши страусы. А, красотища. Страусов поставили. Последнюю, короче. Все руками. Вот так вот. Раз, 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 раз. Страус. А эти даже прокладок даже не видно, смотри, проставок. Они исчезли. Какой мент туда будет заглядывать? Это, конечно, нелегал у нас. Эти проставочки. Нет у нас на них бумаг. Кому они нахрен нужны? Да не видно их там, да? Не-а. Их там не видно. А у Андреса видно? У Андреса видно? Да. Может, тоже будет видно. А у него, знаешь что, у него рама поднятая. А, да. У него рама оторвана. Из-за этого, может, видно. Посмотрим, может, нам на раму-то и не надо будет отрывать. Раз. Хопа. И верхний еще, последний. Если подлезу вообще. А, с этой нихера не подлазит. Ну, все. Давай. Сняли мы, короче, наш желтый. Он, в принципе, вообще охренеть. Блин. Хорошо работает, очень хорошо. Но по длине
Опять же-то. Блин, ну 4 сантиметра, если максимум. Что за ерунда? И он потоньше, да? Это хотя бы и желтый какой-то, я не знаю. Дед уже ставил его. Это уже не оригинальный. Очень хороший, не болтается. Но он тоньше, чем этот. От Омы. Вот будем ставить его, короче, да? Понеслась. Вот пружинка уже приготовленная с проставочкой. Я теперь не понял, проставка теперь... Нет, все наверх она, смотри, тоненькая вниз. Да. А это наверх все так пойдет. Угу. Ее нормально, как мы проставочки свои покрасили, они были оранжевые. Такой, ну, поносовый цвет, никому нахрен не нужен. И чтобы так сильно наши не замечали менты, мы его в черненький покрасили. И будем ставить, чтобы он так не сильно отличался. Ну, как бы оригинал, так и должно быть. Понеслась? Давай. Так, с лифтом мы, короче, закончили. Ну, как закончили? Раму мы не стали отрывать, как бы мы так порешили, покамись. 35-й должны так влезть. Только вот уголочки, может, придется подрезать. Пластмасс. Нормально он поднялся, а? Короче, 5 сантиметров мы проставки вставили. 5 сантиметров омы, пружины и амортизаторы. Вот стекло уже вставили, наконец-то. Уголочки. Ну, продвигаемся потихонечку. Сейчас осталось 35-е колесо вставить. Блин, ну как бы по высоте он должен, да, Джастин, влезть. А вот по краям что-то уголки. Блин, а? Мешает. Ёпарасоте, а? Вот так передний выглядит. Так уже задний. Сейчас попробуем, как поднимем, оденем, там уже видно будет. Брызговик по-любому придется снять.